Мы рады вас приветствовать на торжественном мероприятии по открытию стрит-арт проекта, посвященного защитникам Отечества. Активисты молодежных движений округа вдохновители создания нового мурала. Реализовать же задумку удалось при поддержке главы городского округа Андрея Булгакова и отдела по работе с молодежью администрации Щелково. Мы делаем уже не первый граффити-проект в нашем округе при поддержке главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова. Вот такие вот красивые объекты вместе с инициативной молодежью, вместе с художниками нашими талантливыми мы создаем в городском округе Щелково. Проект посвящен трем эпохам истории нашей страны. Идея граффити – показать подвиги солдат Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны и истории героев нашего времени, которые сейчас стоят на страже суверенитета России. В открытии мурала приняли участие активисты молодежного центра «Навигатор», молодежного парламента, российского движения детей и молодежи, добровольцы движения «Волонтеры Подмосковья», жители округа. С оригинальным номером выступили воспитанники военно-патриотического объединения «Каскад». 3, 4, 5. Автор мурала – граффити-художник Александр Морсин. Он неоднократно становился победителем международных фестивалей и хорошо известен щелковцам. Галия Вахитова, Анна Наприенко, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.